16 декабря 2017 года ушла из дома и не вернулась жительница деревни Нижней Ирзии Ядринского района Полина Марковна Паликова. На вид 60-70 лет. Рост 155-160 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы до плеч с проседью. Глаза голубые, часть зубов отсутствует. Была одета в серую легкую куртку, черный сарафан, на ногах черные дутики, на голове синий платок. Всех, кто ее видели или знает ее местоположение, просим сообщить по телефону 83 54 22 274 или 02.